Всем здорово, привет, YouTube. Короче, без воды сейчас будет видеоролик. По названию и по превьюшке вы уже поняли, о чем этот видос. Буду играть на Мипаре. Ну, играл на Мипаре, играл на Врейскинге и Хускаре за все вот это время поднимания, так сказать, божества. Вот останавливаться, соответственно, не буду. Подниму, думаю, титанчик где-то, ну, в худшем случае за 4-5 дней, за неделю, может, титан подниму, да? Вот, в худшем случае. Я думаю, титан можно будет поднять, ну, пару-тройку дней можно поиграть, в принципе, на мипа, поудваивать ставку. И думаю, ну, поудваивать рейтинг, кто играет доту, тот в курсе. Вот, а сейчас об основном. Как подняться с властелина, парни, до божества? То есть, с властелина 1, это 3500, по-моему, если я не ошибаюсь, ММРа, до 4, почти 600. Короче, сейчас тут где-то была игра, вот-вот-вот. Получается ровно, ну не ровно, там 1200-1100, короче, поднялось на этом аккаунте. Какую бы игру хотел, вот, кстати, уже попал. Игра, значит, играл против Джаггера, против Виверны. Виверну взяли на ласт пик. Сейчас покажу вам буквально пару игр. Основных таких пару игр, вот, и в общем, ну, расскажу про аспекты. В Райскингу добавили аспект очень серьезный, благодаря которому, собственно, я и играл на нем, и мне очень приглянулся, на самом деле, в Райскинг в этом патче. Он очень хорошо сейчас играется, я, соответственно, в принципе, очень отлично на нем чувствую. Вот последняя катка как раз-таки была выиграна в Райскингом. С счетом 17-1, по-моему, 10. Ближе к каточке, значит, общую ценность. Значит, да, эта игра, конечно, была вообще жесткая. Получается, я... Опять-таки, сейчас я все буду объяснять. Давайте я, соответственно, ну, скорость 2 пока поставлю глазами игрока. Значит, что я делал? А где мои вещи? Что за бред? У меня должны быть... Извиняюсь, что? Dota 2 бета. Окей. Блять. Где мои 3 сырклетки? Хуй знает, кто-то украл. Кто-то украл. Холодно, я, пожалуй, отключу кондиционер. Собственно, так, запись не нагружается. Нормально все, вроде бы все четко идет. К сожалению, 50 FPS. Вот, стримы 60 FPS. Для Ютуба просто 50 FPS, как по мне, гораздо лучше снимать видосы. Без воды, без воды, напоминаю. Смотрите, 3 цирклетки. Начальный затар на мипаре. Давайте, блять, я убавлю. Мне реально тяжело говорить, когда меня перебивает звук игры. Собственно, ну... На заднем плане... Вот, я подставился, чтобы не убили сайленсера. То есть, еще раз. Лайнинг. Вот, смотрите, видите. Я понимаю, что пуш хукал. Я специально отошел под хук. И долбоеб ебаный просто развернулся и сдох. Ну, вы понимаете, кто играет. Вы понимаете, кто играет. Так что, тяжелая игра. Тяжело выигрывать игры, реально. Смотрите, начальный затар, 3 цирклетки. Я понимаю, что на мипа не все играют. Но, опять-таки, я повторюсь, я играл не только на мипа. На хускаре и на... В Рейскинге. Так что держите в курсе, парни. Значит, поднимал ММР путем удваивания ставки. Каждую игру я удваивал. Ну, почти каждую игру, окей. Я там одну игру какую-то не стал удваивать. И в итоге зря. Мы ее выиграли. На Хускаре как раз таки игра. Покажу буквально 2 игры в этом видосе. Кто хочет еще, ну, я посмотрю по активу, парни. Если вам понравится, то, ну, дай бог. Значит, 3 сырклетки, топор, начальный затар. Дальше выхожу в ПТ-шечку и, в принципе, выхожу, блин. Аспект взял, естественно, мипа, который третий уровень, и уходит в лес. Соответственно, это очень охуенно, то, что вернули мипаря старого, который может брать ульту на 3-м, на 10-м и, получается, на 17-м вроде как. То есть, каждые 7 левелов. Тут я прихожу, убиваю... На самом деле, очень неказуальная, да, необычная тема, то, что вражеский кэрри идет просто хуярить, ну, помогает Аксу и, ну, идет на топ.
как бы, а я вот решил пойти, потому что у меня все есть, у меня есть пуф в двойку, у меня есть сетка, и, соответственно, это неплохо заканчивается. Делаю килл, и в итоге Виверна еще тоже до этого килла тоже умирает. Так что тут я говорю, блять, это пиздец. Тут я говорю, короче, Аксу помочь мне со стаками, он просто ля, это пиздец. И посмеялся. Умер нахуй и посмеялся. Ну, бывает. Здесь нападаю просто на Джаггернаута, просто размять на ресы, так как я сейчас беру себе пассивку на шестом, и в принципе... Тут я говорю Аксу то, что я вот подхожу, соответственно, убиваем Джаггера, заебись. Отлично, уже 2-0. Это очень хорошо, то, что я, ну, пошел на топ. Да, я понимаю, что Сайленсер там стоит один, его, соответственно, ну, унижают, на него суд сверху. Но, сорян, братух, мне оставаться на лайне, где такой саппорт, извиняюсь за выражение, долбоеб, мне не нужно, мне не нужно. Здесь у меня, ну, гайд, псевдогайд на... Окей, как играть на мипаре в целом. На мипаре я смотрел много челиков, которые играют на мипаре, там у них по 4-500 тысяч игр, там... Ай, как, блядь, они... Мипа-мапа-мепа, там, блядь, мипа-назар, то есть, ну, у меня сейчас игр на мипа, извиняюсь. Вот, собственно, 63, да? И до этого, в принципе, я, ну, с плохим показателем побед играл, потому что я немножко подзабыл, на как играть на мипаре. И я смотрел просто игры, как они играют, и, ну, на самом деле они хуёво играют, я гораздо лучше играю с 400 играми, ну, реально, если объективно говорить. Тут у меня, повторяюсь, должно быть 3 циркулетки, где-то, блядь, я не знаю, почему забаговалось, короче... В этой игре какой у меня билд, я сейчас даже просто покажу, объективно. Блять, как, где эта игра? Это какая игра, вот это? Да, это эта игра. Так, 3 циркулетки, дальше делаю блинк, свифт, блинк. Потом 2 врейсбенда, драгонлэнс, скади, хекс. В этой игре сразу вам покажу, кому сразу интересно. Потому что не вижу, где мои, блядь, 30-летки в рейсбенды, короче, такая тематика. Видим, что пуш очень большой, не маленький. Объясняю, что на мипаре нужно играть, особенно когда ты хочешь выиграть игру, не то что в соло, а реально хочешь игру выиграть. На самом-то деле, вы получаете, ну, 3 мипарей, это получается левел 10, берете левел 10 и идете с блинком сноуболить карту. Напоминаю, что на этих, вот, собственно, очень тяжело выиграть, играть против Виверны. На самом деле она реально жесткая, но, в принципе, она соло меня не убивает. То есть, ну, если куча мипарей, и она дает в кого-то ульту, она меня не убивает, даже со всеми ее обилками. Чтоб здесь, блядь, ты получаешь 3 мипарей, тут реально сложно кого-то найти, на ком-то засноуболиться, кого-то убивать, потому что здесь игроки уже играют, ну, впятером ходят, понимаете? Их тяжело выцепить, то есть ты выцепляешь его, убиваешь, но тебя убивают там кэрри вражеский, и ты, блядь, проебываешь все, то есть в 2 раза хуёвее тебе, нежели ты, блядь, кого-то ищешь убивать, то есть... Тяжело гораздо кого-то выцеплять, поэтому нужно реально грамотно играть. Реально играть грамотно, тут у нас просто файт. Акс там, ну, сказал мне, ну, вообще команде, погнали типа по миду. Я говорю, ну пошли, и, ну, как бы влетать в этот замес мне не хотелось, соответственно. То есть дальше я делал Dragonlance. Раньше какой у меня был билд на мипаря? Раньше у меня был билд 3 циркулетки, свифт блинк, и я не апал в рейсбенды, я не покупал Драгонлэнс. На самом деле, за все это время, которое я сыграл, я реально понимаю, что Драгонлэнс и, в принципе, они реально важны, потому что без Драгонлэнса вам реально хуёво, вам реально хуёво. Вас, блядь, буквально саппорт, ну, снимает реально половину хп. Но... Главный, вот, я просто влетел, видите, и вот, поплатился сам. То есть здесь нужно грамотно выцеплять. Тут вот с этой смертью я понял, что, ну, нужно убивать Виверну. Виверна просто не даст тебе жить, и все. То есть без Драгонлэнсов реально тяжело. То есть покупайте Драгонлэнсы. Я вот, предпоследняя игра, после вот этой я сыграл еще одну игру, и там я уже купил 3 Драгонлэнса, Сапог.
Свифт Блинк, очевидно. И, по-моему, Хекс тоже выиграл, соответственно. Мега килл у Джаггера. На самом деле, против Джаггера легко играть на мипаре, но когда Джаггер тоже неплохо играет, то, ну, все равно, мипарь, конечно, сильнее. Короче, игра довольно-таки сложная была в целом по макро, в целом с союзниками. И опять я прыгаю, пытаюсь убить Пуджа. В принципе, я его убиваю, убиваю всех. Тут просто, ну, стили вы видели. Я прыгнул, я убивал Дазла, убивал Пуджа, но тут просто застилила это... Ланая. Соответственно, просто кидаю туда сетки и убивает, в принципе, почти убивает Виверну. Ну и в итоге я тут выбираю решение просто добить барак, и мы все умираем нахуй. Я не знаю, зачем Ланая и Акс прыгнули в Виверну, ну вы видели, да? Не понимаю, зачем просто добить барак, но самое главное, что я добил барак, который мечники, который 2200 хп, самый важный. Вот по талантам, видите, что... Максимально ненавижу талант на 25-м левый. Это максимально ублюдский талант. Я не могу с ним играть, я не могу рассчитать правильно пуфы. Это тяжело, реально, тяжело. Я его никогда не беру, ни в каких играх, нахуй. Я его просто избегаю. Невозможно с ним играть. Мне очень дико неудобно, блять. Вот, я прыгнул в Виверну, но все-таки она что-то успела дать. Поэтому я, ну, задумался купить Хекс. Но я тут понимаю, что мне нужна жирность. Мне нужна жирность, потому что если они будут жирным, то будет все хуево. Ну, реально хуево. Но опять-таки, я надеюсь, что Ланая будет, ну, своими трапами давать безмолвие, как бы, и убивать будем там сапиков, самое главное, Виверну в этой игре. Соответственно, покупать здесь Аганим, по-моему. На самом деле, Аганим, да. Аганим очень важная штука тоже покупать, но далеко не всегда. Наконец-то подцепили Виверну, и мы ее, в принципе, разъебашили. Это очень заебись. Это дает нам просто побить тавер в целом. Меня просто здесь цепляют и за стан просто убивают. Ну, а кто знал, что меня просто никто не поддержит, и я просто вот так вот сдохну. Как бы. Зная то, что там остался Джаггер, Пуш и Дазл. А у меня 5 героев в живых. Они стоят на ХГ вместе со мной. Меня просто никто не поддержал. Короче, здесь все, просто все посыпались, как только я сдох. И уже они откомбэчили на самом деле игру сильно. На самом деле, я думал, мы эту игру реально, ну, забросим и проебем. Реально тяжелая какая-то игра. Давайте на 8x гораздо, чтобы, ну, ролик не затягивать. И так он уже сколько идет? Он уже 12 минут идет. А я, блядь, говорил, что, ну, я довольно-таки по-быстренькому хочу разобраться. Собственно. Самое главное понимать, что 10 уровень это сноубол. Ты начинаешь бегать основным героем. Вот, Виверну подцепили наконец-то. Я прыгнул, блядь, и... Виверна успела дать, видите, ульт. Но я успел закопаться. Успел закопаться, но это мне нихуя не даст, потому что все мои тиммейты просто сдохли. Это пиздец. Просто все сдохли. Я решаю байбекнуться, но... Unlock. Все уже, блядь, сдохли. 6-5-10, и казалось бы, ну, они реально, ну, откомбэчили, видите, 11 тысяч. Типа, пиздец. Но на самом деле, ну, мипа... Я все равно понимаю, что на мипаре я, ну, разъебу. Реально разъебу. Тут, чтобы выиграть, просто надо убить в начале файта Виверну все. Виверну все. Виверна все. Это победа. Как бы. И самое сейчас, самое смешное, как они проебали. Вот смотрите просто, как они проебали. Это просто смех смехом. Верна пошла там, сдохла, подставилась. Не знаю, зачем она там летала около руны мудрости нашей, где Торментор. Не знаю. Нет, они не здесь поставили, здесь... А, здесь я убиваю Джаггера за счет того, что чел дал глобал, да, два глобала. Я просто вот влетаю в Джаггера и в целом его просто убиваю. И решаюсь просто выйти. Выйти, помочь союзникам. Два раза Джаггера убивать, в принципе, можно было, но я как раз таки и прыгнул, чтобы помочь, но я вижу, что мои тиммейты отходят и как бы они не готовы драться, и, соответственно, я тоже отступил. Так, где этот момент? Где этот момент? Момент будет на топе под Т2 вышкой. Вот мы забрали Торментера, соответственно, забрали Т2 вышку в боте, в принципе, заебись. Тут я пытаюсь Дазла подцепить, но Дазл опять-таки сейвится, все это делается. Убиваю Джаггера, наконец-то, и опять ебаная Виверна. Опять ебаная Виверна, и меня убивает просто Темпларка. Если бы я один соло стоял, я бы не умер. Здесь внимательно, что делает она? Она просто выходит с инвиза. Убивает, разменивается в Мирану и сама умирает. Вместо того, чтобы блинкануться на Ланае и сделать тэп-аут, она просто вздыхает, как конченая дура. Объективно.
Зачем это было сделано, я не знаю. Так, где этот момент? Быстренько мне этот момент. Значит, ТПСЯ на бот. Здесь мы, по идее, должны около Торментера сейчас забирать. Вот где-то здесь сейчас этот будет момент. Да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, я стою под Т2 в кустах. Никого, в принципе, не трогаю. Я думал, мы будем инициировать. Вот, смотрите. Я понимаю, что под топом, на самом деле, вот здесь дохера героев. Но... Вот я стою. И в меня получается... Вот я просто задефать пачку. И в меня просто влетает пуш, который не понимает, что он делает хуйню, потому что у меня есть скади, он никак не отхиливается, ему все пизда. Здесь тиммейты мои просто все под... Ну, помогли мне, соответственно. Просто ТП все прожали дружненько, наконец-то. Наконец-то хороший агр за игру, нахуй. Атакса, который агрит Виверну, ебашим ее, и все после баев просто умирают. Такая вот игра, парни, такая вот игра. Все, там все отключаются, Джаггер без бая. Там уже все. Там уже все, и по... Проигрывателю этому. Давайте next катку сразу же покажу вам. Значит, ну просто пикайте мипаря, парни. Если не умеете играть на мипаре, пикайте в Рейскинга. Реально в Рейскинга. На Рейскинге многие сейчас говорят, там, блядь, я не знаю, то, что, ну, мусорные у него эти, но на самом деле я бы так не сказал. То есть игры на мипаре какие у меня? Ну, вот, допустим, вот поражение было. То есть какой-то, прикиньте, анлак. Вот здесь я дабл ставку сделал. Знаете почему? Все просто. Здесь я дабл ставку въебал. Потому что я вижу пик. Это фри пик для мипаря. Фри пик. Но кто думал, что у типа гадлайк на 9 минуте? 9 киллов на 9 минуте. Гадлайк на 9 минуте. Гадлайк. Гадлайк, нахуй. На 9 минуте. Кто знал? Вот кто знал, что вот... Вот это что такое? Вот, ну, кто знал? Вот, ну, кто знал? Никто не знал. Никто, соответственно, не знал. У типа 10-0. Блять, гадлайк превосходит богов, понимаете? Блять. Въебал просто фри ПТС. Ну, что? Я не знаю, как это? Что за акбайеры, блять? Я после этой игры в небольшом тильте был, видите? В небольшом тильте, получается, next игру я сразу регнул через полтора часа, нахуй. Через час, ладно. Брайскинг, опять-таки, на ВК. В принципе, солевая игра, просто, ну... В целом, лайнинг закончился 4-0. Купил радик просто, ну, и мои тиммейты просто выебали. Я не знаю, как, я не знаю, что, но они просто вот с Грегором, блядь, ну, захуярили. Брудмазер. Вот и все, парни. Как бы, Брайскинг, все. Чтобы уметь играть на Брайскинге, на самом деле, это... Я бы не сказал, что это так сложно, но и не так легко. На самом деле, ВК все-таки для освоения тоже не легкий герой. Тут Тэчес с кэрри, ну, как бы тут понятно, то, что они въебали. На самом деле, игра была очень потная, очень жесткая. Тут два типа просто фидели по КД. Фантом Лансер тоже не идеально играл. Я умирал как, ну, на саппортах, опять-таки, они впятером всегда были. Там Тиник всегда с блинком, нахуй, был, сейвил. Так что тоже неприятно. Вот, ну, в основном игры на мипаре именно такие. 12-2-3, там, 10-0, то есть, понимаете. 15-5-7. Против антимага играли, да? Тут тоже. Ну, тут Хускар хорошо мид постоял относительно. 3-1 и нормально, в принципе. В целом... На Хускаре вот игра 10-7. Здесь... Я стоял против Боника, довольно-таки жесткий лайнинг, но благодаря тому, что, ну, я просто по КД дрался, я не качался. У меня крипов, блядь, максимум, ну, за игру здесь максимум, окей, максимум 85. То есть я просто вам сейчас рассказываю игры, рассказываю вообще макро, в целом, немножко говорю вам, что делать по игре, реально. Здесь, ну, оппоненты как бы понятно, что они играют серьезно. Как бы въебывать им тоже не хочется, очевидно. Так, какую игру я вам еще вам не показал? 10-6, по-моему, я вам... это игра, которую я вам только что комментировал. 8-6 игра была на мипаре. 12-9, вот эту игру я не показывал. Это Тимбер, мы ее, в принципе, с Тимбером затащили. Не сказал бы, что у меня идеальный счет, но, в принципе... 30 тысяч я надамажил. Не так много, но я надамажил по постройкам. Самое главное, это то, что мипа пушит постройки. Итак, вот самая главная игра. 17-1-16.
которую я сыграл, в принципе, довольно-таки хуёво в начале, но потом просто ушёл. Вы сейчас просто всё поймёте. То есть, если у вас лайнинг не задался, парни, не расстраивайтесь. Особенно на Варейскинге. Идите нахуй лесочек, хуярьте. И у вас всё получится. Я вам сейчас серьёзно это говорю. Сейчас я вам покажу эту игру. Она очень интересная. И мы играли против того Урсы, который, блядь, закончил, ну, Мипа, ну, который Годлайк был. Короче, блядь, что я буду нахуй объяснять сейчас? Так, промотаю чуть-чуть сейчас время, очевидно. Блядь, слишком много, слишком много. Слишком много. Так, вот я сдох. Спокойно. Вот, мне очень хуёво, мне очень хуёво. Тут я, очевидно, умирал, тут на мне настакали Shadow Race. Я просто подставился, сдох, да. Блять, меня Джакира заколил, короче, убить вот этого жука ебаного и Асефа. Ну, я вкачал стан, и в итоге, видите, благодаря тому, что я пассивку не вкачал, и меня все хуёво сейчас по крипам, типа, блять. Вот эти колы, блять, саппортов, это пиздец, парни. Не слушайте их никогда. Я не знаю, как это работает, они просто колят, и у тебя мозг нахуй выключается, ты говоришь, пошли, пошли башить. И опять-таки, ебаный Ямато, опять-таки, на Урсе, который играл с Годлайком на 9-й минуте, опять мои союзнички, пуч! Аппарат, его фидят нахуй. Я понимаю, что я удвоил тоже ставку в этой игре, потому что 1-1 и умирает нахуй мидер. Прикиньте, прикиньте, блять, все лайны въебаны, все абсолютно. Но в Райскинг, да? Кто это играет на Райскинг? 17-1-6, казалось бы. Удвоил нахуй ставку, у него опять нихуя нету. Что за бред, блять? Где мои айтемы? Что за бред? Вот, короче, такой начальный затар. Купил армлет, бледмейл, блинк, филактерию, кханду и две рапирки. Две рапирки. Повторяюсь, такой Врайскинг, если вы умеете играть на Врайскинге, умеете не подставляться, две рапиры это имба на этом герое. Особенно под аспектом, который вы взяли. Так, не будем мы, конечно же, смотреть, как я хуярю лесочек полностью. Похуярил лесочек, потому что нету ресов никаких вообще абсолютно. У меня один топор, нахуй, бля. А где мои вещи? Что за хуйня? Что злоты? Почему вещей нету? Видим, размениваемся ебучкой, но понимаю, что размениваться вообще невыгодно, потому что, ну, как бы у СФа очень больно койлы дамажат, но я понимаю, что у него мана как бы тоже не бесконечная, но все равно размениваться против вивера СФа это очень... Хуёво. Опять-таки, Урса просто ебашит мою тройку, соответственно. И просто вот, посмотрите. Его хуканули, он побежал, блядь. Как говорится, жадность погубила, блядь, фраера. Просто хуканули. Я пошел в лес. Третий левел, в Райскинг уходит лес. Мид проебан. Урсу чуть-чуть нафидели. Ну, как чуть-чуть? Ну, как чуть-чуть? 3000 нахуй у него. Когда у меня 1000, блядь. 800. Твою мать, а? 1900. Бля, я реально не знаю, как я эту игру камбэкнул. Парни, серьезно, я не знаю, как я эту игру камбэкнул. Это просто реально опыт Врайскинга. Не, реально. Я практически все стримы Папича посмотрел. Практически все стримы других игроков, которые играют на Врайскинге там. Гриша, у Гриша арка там 30 левел тира. Но на самом деле мне Гришарк не нравится, как врайскинг герой. Объясню почему. К сожалению, не объясню. Ладно, думал, что смогу объяснить. Не нравится мне просто Гришарк на... Короче... Просто хуярю лесок, попутно переключаю ПТ-шку на инту, выхожу опять-таки просто ебашу, ну, лайн, как все делают, типа, бьешь лесок, выходишь на лайн, так камбэкаешь, хуяришь лес, и, в принципе, 3400, казалось бы, я думал здесь медас купить, но нет. Смотрите, парни, здесь я нажал ТП и отменил. То есть, все мои союзники просто сдохли на миду. Я решил нажать ТП помочь, потому что у меня как раз-таки вот ульта 9 левел, там немножко, я думаю, там экспу бы залутал, но мои тиммейти просто сдохли. Давал ТП бессмысленно, дал ТП. Напомню, парни, небольшое, так сказать, наставление, кто играет на Врайскинге, так же, как и на Мипаре. Значит, смотрите, я даю вам советы, 4600 у меня нетворс. Но на самом деле я на Врайскинге довольно
Ладно. Короче, забейте. Кто, кому интересно, то, тот будет слушать. Если у вас фри-игра... Фри-игра. То есть, что значит фри-игра? Ну, по пику, во-первых, мало того, что вы по пику понимаете, что происходит. Если у вас лайнинг плюс-минус хороший. Я не говорю, что если у вас лайнинг 2-0, тут я просто пришел, убил, соответственно, этого. Дальше просто ебашусь, наглею, потому что у меня, нихуя себе, у меня армлет. Ну, блять, сука, еще разочек посмотрим. Тут просто СФа соло вынес. Смотрите. Даю стан. А, блять, нахуй. Просто, блять, обезглавил голову с плеч, нахуй, заебись. Просто пришел, ТП нажал, идеально реализовал ульту, идеально все реализовал, все заебись. Найс. Даю стан. Не забывайте давать стан, парни, когда вы фармите больших крипов, и переключать на интеллект. Потому что в основном, когда вы фармите, у вас фул мана. И, ну, реально гораздо лучше дать стан, потому что он дохуя урона на самом деле наносит. 120, плюс у вас талант сейчас на 10-м. Левый, правый. Опять-таки, почему я беру Кханду? Я, наверное, единственный игрок на Врайскинге, который берет, покупает Кханду. Потому что Кханда, она очень помогает тебе сетапить киллы, особенно на саппортах. Но мало того, что Кханда еще помогает тебе сетапить киллы, так она еще... бустит твой урон с руки. И мало того, что бустит урон с руки, так она еще и бустится твоим уроном с руки, блять, с рапиры, допустим, да? То есть у нее урон зависит от того. Тут чел просто наглеет. Но на самом деле он не наглеет, он просто идет, ебашит просто саппорта. Я ничем не могу помочь, к сожалению, потому что у меня нет ульты. Я сам, блять, на 500 хп от армлета, как бы, вы понимаете. Тут у меня не такие айтемы, тут у меня что-то есть. Я не помню. Блять, у меня просто не прогружается, это пиздец. Тут у меня от Бледмейла у меня. Ну, где у меня армлет? Вот у меня какие айтемы. Вот у меня топор был переложен. Вот я собираю Бледмейл. Типа вот такие вот айтемы. А я, наверное, единственный игрок вообще, кто собирает Кханду, Филактерию на Врескинга. Потому что после того, как вышел 7.36 патч, и вышли вот эти таланты на Врескинга на 15-м и 10-м. Это просто кайф. С Кхандой это просто стакается. Плюс ко всему, я играю против Урсы, которая на самом деле хорошо играет. Ну, видно по нетворсу, видно по всему. Вообще по всему видно. Как бы ее жестко расфидели в прошлой игре. В этой игре тоже ее, блядь, расфидели. Ну, на 9-й минуте гадлайку, типа, понимаете? 9 киллов, 9-0, нахуй. БФ, блядь. БФ уже блинк почти, пиздец. У меня вот только Бледмейл собираются. Опять-таки, небольшое наставление на Врескинге. Да, на Врескинге. То есть, не обязательно иметь, если у вас там много киллов на лайне, да, вы покупаете радик, если хорошая игра. Трипл килл, понимаете? Троих нахуй, троих подряд разъебало. Вы понимаете, против кого я играю? У меня нетворс 6800, это очень маленький нетворс. У Вивера больше. У моего мидера нахуй больше. Даю ТП, опять-таки, пуджу подсейвить, потому что я разъебу. Вот! Найс. Наконец-то поймали Урсу, просто выебал ее, высушил, тупо соло. Take a nip, peasants, блять, склони смерть. Короче, дальше делаю блинк после Бледмейла, опять-таки, я не знаю почему, но что это такое, но нету просто айтемов. Здесь у меня, ну, основные айтемы, очевидно. Что происходит? Вот я на ВК, пытаюсь догнать, ой-ой-ой, тут отходим. Так. Ебашу. Вы понимаете, насколько сильный Врайскинг? Еще раз. Насколько... На, нахуй, просто уебал Вивера. Здесь я просто умираю, типа... На самом деле, зря я это сделал, очень зря. Довольно-таки много у меня моментов, когда я просто два раза R нажимаю. И как бы, на самом деле, зря. Тут что, обсерф у них стоит? Ебать, не понял, тут вражеский обсерв стоит, что ли? Я фармлю под ним, это пиздец. Короче, ПТ, армлет, Бледмейл, блинк, Кханда, рапиры нахуй. Ни керасы, ни аганим. Аганим я под конец катки уже соберу, когда уже будут реально тимфайты и нужно, чтобы мои тиммейты жили. Тут они, в принципе, Урсу соло убивают, но я понимаю, что тут будет файт, поэтому подхожу на файт. И в целом, как бы, мы догоняем ебашу я здесь этого типа. Я вижу, что у меня нет ульты, и на самом деле это очень хуёвый файт здесь происходит. Без моей ульты. У меня полетает блинк, я решаюсь, блядь. Я просто съебался, я просто ушел, потому что я скилловый пацан. Очень скилловый.
Очень скилловый, смотрите, раз нахуй, и все. Ой, долбоёбы, блядь, долбоёбы, блядь. Полетели куда-то, хуй пойми куда, блядь. А я просто блинканулся, в этот гейт зашел. Нормально, гениально. Ну гениально, ну согласитесь, просто, блядь, гений ёбаный. Просто гений, блядь. Они подумали, что я, типа, блинканулся, как обычный, вот туда, чтобы дальше блинканулся. Я просто... Так у них вард еще стоял. Или, подожди, или это наш, я не понимаю. Как понять, что это, блядь, чей это вард, нахуй? Типа дайер. Ну, он красным горит, значит, дайер, правильно? Вражеский. Тут я прыгаю, дефую башню, вообще мне похуй. Просто ебашусь. Я чел просто добил башню. Хороший файт, у меня ульта есть, все есть. Убиваю, как бы, саппортов. Найс. Там убили еще Урсу, заебись. Тупо батя, блядь, решает. Батя решает вопросы, нахуй. При том, что у меня нетворс не такой уж и большой, 10 тысяч. Но все равно. Разъебашил тупо соло. Тупо соло всех выебал. Ну, реально. Заинициировал. Блядь, дохуя урона дал Урсе, блядь. Стан ей дал, крит дал. Еще с аспекта ей въебало влетел. Убил лича. Короче, заебись, я все делаю. Когда у вас появляется армлет, да, вот у вас... То есть вы покупаете армлет, когда у вас хуёвая игра. Когда у вас реально, ну... Вы понимаете, что радик будет пиздец, ну, долго собирать, и, ну, хуёвая игра. Вы собираете армлет. И уже играете, скорее всего, без радика. После армлета вы редко, когда собираете радик, на самом деле. Радик вы собираете, ну... Когда у вас хорошая игра, когда у вас много крипов. Если у вас нет киллов, то не обязательно иметь... Ой, блядь. Если у вас мало киллов, то не обязательно иметь... эти киллы. Если у вас дохуя крипов, да, то в принципе можете собирать тоже радик. Это тоже является хорошей игрой, когда, ну, вы с лайна получили много крипов, много золота. Просто стою, ну, и возвращаю себе нетворс. Понимаете? Покупаю кханду. Опять-таки, которая хорошо скейлится. Она хорошо бустится. Так, 16x, давайте дальше посмотрим. Тут файт происходит, который я решил не принимать. Опять-таки повторюсь, тут игроки очень жесткие. Ну, не то, что очень жесткие, блядь. Они просто серьезно играют. Типа, я таких игроков, блядь, не видел, нахуй. Ну, вот в этой игре, как будто бы. Просто эта Урса, конечно, она, ну... Здесь уже я, в принципе, переродился чисто, чтобы замедлить, но... Видите? Ты убиваешь, типа, одного типа и пытаешься, как бы, убить кого-то еще. Там просто... Подсейвы там, как бы, союзники везде. Они, ну, пятером везде они. Тут просто, опять-таки, легкий килл на вивере просто поставляется, как ебаный дегенерат. Просто дебил. Объективно. И мы, как бы, убиваем. Нет телепорта, так что я бы убил бы там личан на топе. А так, в принципе, похуй. Фармим дальше. 6-1-8. В принципе, играю без ошибок. Та одна смерть на лайнинге, я не считаю ее ошибкой, и вообще не моя вина, то, что я, блядь, то, что меня убили там, вообще не моя вина, ебаный Джеки Рос просто конченый, дебил, нахуй, дегенерат, блядь, я понимал, что мы никого не можем убить, Вивера, который под вторым, может легко убежать, и СФ, который, сука, под кайлами тебя замедляет, типа, ты никак, нахуй, их не догонишь, это просто конченая дура на Джекира, какой, сколько вот у него, блядь, 2.11, нахуй, дегенерат тупорылый, блядь. Типичный чисто жетон фармер, блядь, Акбайер ебаный. Просто дебил, нахуй. Ну, в этой игре, в принципе, Wicked Seek у меня сюда, нахуй. Я не знаю, что тут еще, в принципе, говорить. Просто смотрите эту игру. Просто разъебали СФ в целом. И, как бы, вот такой вот у меня получился, ну, путь до божества. Тупо косарь рейтинга поднял... Я даже у себя на ВК-страничке, как бы, отметил 712 ММР за сутки, за 24 часа, как бы я поднял, парни, прикиньте. Я знаю, что это немного, я знаю, что это немного, потому что, ну, я играл, вот как играют, да, как играют в основном частые игроки доты. Тут я просто ебашу, давай еще раз посмотрим, ну, наслаждаться игрой-то надо. На нахуй. Короче, бля, я уже забыл. Короче, опубликовал в ВК пост 712 ММР за сутки. В целом, я знаю, что это немного, потому что я играл не... Знаете, как играют, опять-таки, повторюсь, нажимают начать поиск и опять начать поиск. То есть игра за игрой идет у них. То есть
Выиграли, проиграли игру, next нашли. Выиграли, проиграли игру, next, 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 next. И так 24 часа подряд. Я немножко не так играл. Я после каждой игры, ну, практически после каждой второй, в целом после каждой третьей игры, брал где-то перерыв на час, на полтора часа, просто посидеть, посмотреть какой-то сериальчик. Сейчас я смотрю, ну, не секрет, сверхъестественное, просто пересматриваю, да. В целом охуенный сериал, просто смотрю его, ну, вообще заебись. Не знаю, просто что по этой игре еще сказать, как бы вот все вы видите, в принципе, на фоне, как что происходит, просто ломаем Т1. Ну, я понимаю, что у нас просто преимущество, и как бы все, делаю я просто рапиру. Здесь я, в принципе, наглею, и, в принципе, я все правильно делаю, типа, мы заебашим легко. Это просто выхожу. В принципе, по моему демеджу понятно, что у меня рапиры до сих пор нету. Так что... Все равно, тут вивер охуевший наглеет, блядь, ты чё, нахуй, на батю, бля, полез, ёбаный урод, на него, блядь, выхожу, сука, у меня, бля, как бы бледмейл. У меня вот здесь бледмейл, если чё, парни, вот здесь вот у меня ещё бледмейл. Тут уже у меня, как бы, топ-2 нетворс, скоро топ-1 сейчас будет, сейчас я куплю буквально рапиру, блядь, и все нахуй, перевернется с ног на голову. Почему именно две рапиры? Потому что одна рапира, одной рапиры не хватает, что дэмэдж. Хочется, как бы, дохуя дэмэджа. На самом деле, одна рапира, ее как бы, плюс-минус хватает, но не совсем. Две рапиры это гораздо пизже. Гораздо охуенней. С двумя рапирами тебя один на один никто не убьет. А с двумя, ну, типа, ты пиздишься ебало в ебало, тебя никто не убьет. С двумя рапирами на тебя боятся выйти. С двумя рапирами у тебя как бы есть ульта, у тебя как бы есть 7 секунд на перерождение даже без аганима. Или сколько? 5 секунд. Короче, две рапиры я на него сейчас покупаю. На Врескинге обязательно в каждой игре я бы покупал рапиры. Рапиру. Потому что она... переворачивают игры, если бы не рапиры, было бы все хуево. Типа, а что мне в этой игре надо покупать? Хекс какой-то, когда, блядь, я никого не могу убить, у меня дэмэджа не хватает. Как бы... покупается первая рапира. Охуенчик. Сейчас уже фарм гораздо лучше идет, в принципе. Вот. Я давайте перемотаю, потому что пиздец. Просто лича убиваю, как бы. И вот у меня гадлайк уже неподалеку. Дабл килл? А где я дабл килл делал? Тэпаюсь на вивера. Говорю здесь, чейзите этого СФа, я подхожу, типа, они, в принципе, зачейзили, и он прожал БКБ. Ну, опять-таки, говорить я не могу, у меня порядочности не 7, сколько, 7 тысяч, там, не 7 тысяч у меня порядочности, еще разговаривать. Я им пингую. Все, топ-1 я, все, это проем. Типа в Райскинг топ-1 на мапе, это, ну, изи, блядь. Просто с леса ебать, третий левел. С леса просто выходит, ебаный урод. Ну, очевидно, я не все время леску ярил. Типа я там ТП прожимал. Ну, не как ебаный бот, там, да, 2К. Играю, очевидно. Многие просто уходят в лес и фармят до 6 слотов. Но это вообще пиздец, дебилы ебаные. Надо выходить, нахуй. С арм летом просто пиздится. Соло вивера разъебал. Просто, ну, на папу полез, нахуй. Улетел просто в помойку, блядь. Под кхандой, под двумя рапирами, нахуй. На, нахуй, крит, бля, ёпта. Дебил, блядь. У меня еще майнбрейкер же 2 секунды без молвия дает. Типа, против вивера это вообще имба. Я поэтому, сука, его и взял-то. Кстати, нужно было на верочку дать ему... у него ж не было ничего? Блять, конечно не было, у меня нахуй пол предметов не видно, дота ебаная, дота 2 бета, просто смотришь реплей, нихуя не видно, у меня тут бледмейл уже вроде, или чё, или я его продал курьером, чё это за хуйня, непонятно, короче, 11-9, просто продолжают саппорты умирать, хуй по никак, я пингую, что го этого убьем, в принципе, я, да, я Урсу убиваю, в принципе, у него 3000 хп, он нихуя не сделает, вивера нужно было просто, вот, вижу там этого... Почему я в лича не решил прыгнуть, ёбаный в рот? Ну, видите, да, то есть я... Почему вот я в лича не прыгнул? Видели, да? Вот лич идет, почему я в него не прыгнул? Я его, по-моему, не увидел, я его не увидел. Я просто его не увидел, прикиньте.
Я типа прыгнул в него, я почти его убил, видите? Я, наверное, хотел просто Урсу убить, и в итоге, получается, никого не убил. Unlock. Ну, Урса, короче, все, Урса сдулась, нахуй. Прошлую игру она у меня выиграла, 27, там, 27 киллов на мипаре, там, сделала, когда я играл. Ну, я не видел, как бы, ну, пиздец. Типа, вот вы, блядь, ебаный в рот. Ну, пожалуйста, ебаный, сука. Вот поражение. Но 27-34, годлайк, типа, у тебя, вот, ну, это пиздец. Radiant are scanning. Нормально. Убил там лича какого-то. Просто с блинка очевидно. Легчаешь, блядь, кирпта. Короче, ждите скоро ролик про поднятие Титана. Тут я опять-таки Рошана. Самое логичное решение прийти, к чему я пришел, просто пойти захуярить Рошана. Распушить мид, захуярить Рошана и идти просто бараки ломать. В целом. Также у меня есть, короче, Twitch канал, парни, кому интересно, подписывайтесь на ТГшечку, там. Короче, блять, все ссылки основные в описании. Кому интересно, кто хочет, тот пусть подписывается, соответственно. Да, бля, ебаный в рот его, блять, нахуй. Так, просто Рошана один на один нахуй разъебал. Нормально. Говорю, надо распушить сайды. Говорю, надо распушить сайды. Типа на топе и на миду были крипы, которые, блядь, сломали бы нам нахуй полбаза, блядь. Они дерутся. Тут Урса что-то, я не знаю, поплыл. Он реально поплыл. Ну, он просто увидел меня, блядь, как я играю нахуй на врейскинге. Типа, на мипа там, на мип понятно, блядь. Ёпта, нахуй. А ты против врейскинга что сделаешь? Против короля, нахуй. Ёбаный медведь. На, блядь, улетел. Дебил, блядь. Тут я ломаю просто ледышку, потому что она будет бесконечно летать, конченая дура. Найс, нахуй. Если я, блядь, балуюсь, пизда. Ой, блядь, если б не пуш, я бы кинул просто стан, и мы бы его убили. Но вы видели, я кидаю стан, и чел меня хукает, у меня отменяется анимация, и я не могу, ну, типа, стан кинуть, СФ убить, просто фрикил, нахуй, ебаный. Пуш-руина. Пуш-руина, но это не важно, потому что мы уже, блядь, заканчиваем игру. Мне свифт блинк летел, убили, блядь, к сожалению. Говорю, надо сломать мид-бараки и уйти, потому что сайды запушены, нам нужно убивать. Тут я принимаю решение, нужно купить мне Boots of Travel, потому что бараков нет, и там вивер ебаный просто пушит скрипами. Ну, надо как-то отпушивать сайды. Цепляю Урсу, блядь, и в целом... Тут я случайно блинканулся, короче, блядь, на базу. Ну, два раза на блинк нажал. Вот видите, анимация ебаного стана. То есть ты не можешь его термомент накинуть. Видели, я миссанул. А, у него трикетка. Я бы его убил, но я миссанул. Ну, куда, сука, куда, блядь? Куда, нахуй? Еще раз посмотрим, только не за быстренной съемочки. Еще раз. На кого вы, блядь? Давайте, парни. На, сука. На. Куда ты, блядь, там своя, сука, на Урсе, блядь? Ёбаный, блядь. Кинул стан просто и убил, нахуй, на. Вижу, что ломают, и наконец-то я ж куплю тревела, правильно? Ну, я куплю, да, вот я покупаю тревела, в принципе. Покупаю тревела и просто лечу к Пуджу, решил помочь, но уже было, блядь, поздно. Уже было поздно, наконец-то беру себе уже свифт блинк. И вижу, что я 1-2 лечу просто против лича, против СФ, сейчас там уже и вивер.
Просто на скеле я ухожу, ну, блинковываюсь, легчаешь. Ну и все, в принципе, один заход, и трон как бы упадет. Заебись. Просто пушу сайды. Попутно фармлю просто крипов, чтобы оставить байбек. Байбек, в принципе, уже имеется. И, ну, желательно с Рошаном, конечно, зайти, но Рошана нету. Сейчас, короче, смотрим, кто начнет драку, как она начнется, что будет вообще. Не трачу Boots of Travel второго левела, если еще на союзника прилечу, просто засейвлю его. Просто ТП даю на мид, и как бы они решаются просто пушить нам Т2, но это глупое очень решение, и все, как бы, чел без байбека, да? Да, чел без бая, тупо чел без бая. А жаль, братух, а жаль. Управляет он личом, блин, долбоёб. Короче, такая игра, тупо солевая. Бать, этот, посмотрите на этот вампиризм, нахуй. Я просто вампирюсь, блядь, с каждой тысячи по 500 хп, нахуй. Жалко, рампагу не сделал, хотя в этой игре я легко могу сделать, в принципе, рампагу. Хочу убить вивера, бегаю за ним, ну, типа, мне просто интересно. Короче, ладно, все, тут ГГ. Всем спасибо, кто смотрел этот видеоролик, парни, так что играйте не для у кого, блять, я думаю, это не... Ничего такого я не сказал, да, чтобы вас удивило. Играйте просто на охуенных героях. В принципе, этот видеоролик, я думаю, вам понравился. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, пожалуйста. Все, как бы... В целом, ничего нового я вам не рассказал. Это как бы и так было очевидно, что играйте на... героях, которые, ну, блять, для смурфов, для бустеров, нахуй, короче, Мипа, Хускар, Брудмазер, я не знаю, за Брудку я никогда не играю, никогда по-настоящему реально, ну, серьезно не играл, играю просто на Врейскинге и как бы все. Так что, вот так, парни, как бы ни для кого я ничего нового не рассказал, кому интересно, как бы... Все и так знают, что если ты не будешь нахуй играть на каких-то таких вот героях, то ты будешь поднимать ММР, сливать ММР, поднимать ММР. То есть плюс-минус, блядь, как рыба нахуй. Короче, видос уже 47, блядь, минут, серьезно. Ёбаный в рот, без воды нахуй. Все, всем спасибо за просмотр. Всем ББ, парни.